певица Нюша представила поклонникам новую долгожданную песню «Целуй». Первыми новую композицию смогут оценить миллионы пользователей ВКонтакте в рамках специального онлайн-концерта певицы. «Целуй» — это песня, которая придется по душе всем представительницам прекрасного пола. В своей новой композиции Нюша рассказывает о тех чувствах, которые испытывала хоть раз в жизни каждая девушка. Вот что Нюша говорит. Не секрет, что мужчины становятся менее решительными. Не раз слышала от подруг, что молодые люди боятся делать первые серьезные шаги. Да, возможно, дело и в нас, женщинах, которые стали более независимыми и властными. Но все-таки баланс между силой и женственностью возможен, и я являюсь тому примером. «Целуй» — это вызов мужчинам. Надеюсь, прослушав композицию, они поймут, что мы, девушки, ждем от них смелых поступков. Если вы уже слушали эту песню Нюши, что вы о ней скажете? Поделитесь своими ответами в комментариях. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!